смешал по дозе табачок, курнул, ну вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. Большой секрет. Ну, вот я закончил. Видишь, эстет со стороны лица и эстет со стороны попы. И там, и там. Ну, прямое попадание, знаешь, на стыке. 10 дней. Страшного в этом ничего нет, не пугайтесь, это нормально. Если какие-то ниточки из ранки торчат, тоже с ними делать ничего не нужно. Это свои собственные ткани, они сами отпадут, когда ранки закроются. Тут дело в том, что если ушиб ноздри, это повлияет на ваше носовое дыхание, то мы этого делать не будем. В общем, у меня муж сидел дома, бездельничал. Я ему говорю, надо работать. Работать надо, дома так нельзя сидеть. Надо же, слушай, надо же как-то заняться, пока ждешь пациента. Смотрите, не переживайте, никаких сложностей здесь нету, все очень максимально стандартно, легко. Главное, чтобы Трум не образовался, я боюсь. И знаете, почему я вам скажу? Мы делаем, вот как раз-таки мы, вот то, если вы будете то, что я вам скажу сделать, шанс, что он образуется, прям почти нулевой. Готово? Да, наконец-то я избавлюсь от этой трещины. Ты не паникуй, не пугайся, ладно? Заяц, что ты себя так мучила, скажи мне, а? Ой, ну я вот уже на протяжении года терпела, думала, ну пройдет. Становилось только хуже. Вот смотри, солнце мое, вот твоя трещина была, видишь, разрыв? У тебя сформировался вот эта пимпа, видишь, это сторожевой бугорок. Из-за нее у тебя не заживала твоя трещинка. А когда она же лежит на сфинктере, у тебя за счет этого спазм возникал и болевой синдром был. Все, убрали мы ее. Очень красивый. Спускаемся к бабушке. Хорошо, да. Мама. Связь плохая. Связь плохая. Спросишь, вот я же не накрашена, боже мой. Теперь тут все замуж. Всегда благодаря, даже бывает, пациенты заходят перед уходом, перед выпиской, говорят, очень вкусно, у вас все по-домашнему. Коллектив у нас обалденный, честно скажу. Коллектив у нас обалденный. В нашем коллективе я люблю действительно всех. И у нас очень, по крайней мере, с моей точки зрения, у нас очень сплоченный, дружный коллектив. Самое запоминающее в его жизни и карьере, это что с ним стоит такая прекрасная, сногсшибательная, позитивная, шикарная, лучшая и прекрасная Митя. Согласен. Подтверждаю. Внутренние узлы мы корректируем проведением такой манипуляции, как дезартеризация внутренних геморроидальных узлов. Это выполняется под контролем ультразвука, прошивается сосудистая ножка, обрабатывается вся полость самого геморроидального узла, и объем вмешательства он сокращается за счет того, что послеоперационный период реабилитации он все-таки идет быстрее, чем после обычной классической геморроидэктомии. Ложишься на кровать. Давай уже. Да, идем заходить, движемся. В общем, вот наша палата. Как я уже. О боже, как красиво! Трошнитель.